Еще раз. Простите, как вас? Шерлок Холмс, детектив-консультант. Это рекомендательные письма от ваших коллег из Скотланд-Ярд. Вот. Я взял смелость перевести. И что же вас привело в наши края, мистер Холмс? Холмс, кровавый след убийцы, прозванного Чек Риппер. Потрошитель, yes. Кровавый след Чек Потрошитель. Кровавый след Потрошителя. Красиво сказано, черт возьми. Откуда знаете русский? Читаю ваших писателей. Они глубоко проникли в преступную психологию. Да. Ну и кого читаете? Достоевский. Я не понимаю, какое это имеет значение. Достоевский. Достоевский переоценен. Кого-то еще? Понятно. Хорошо, оставьте вашу жалобу на потрошителя у нашего письмоводителя. Какую жалобу? Зачем мне жаловаться на него? Убийца здесь, я могу помочь. Слушайте, давайте мы как-нибудь сами. Мы и без вашего этого Достоевского проникли в психологию преступника. Что-то еще? Позвольте хотя бы купить ваш роман. Может быть, это помирит вас с вашей женой. Откуда вы узнали? На пальце левой руки следы от чернил. Локоть рубашки засален. Вы левша, много пишете. Слушая меня, вы двигали пальцами, как будто записывали детали. Наконец, с ревностью отозвались о Достоевском. Считаете его конкурентом. Что? Он мне не конкурент. Что вы все... Хорошо, а про жену кто сказал, тоже я? За ширмой книги в типографской бумаге. Не проданы. Вы держите их здесь. Дома запретил единственный человек, которого боится мужчина в вашем возрасте и положении – жена. Диван не застелен, щеки плохо выбриты, от бритья в непривычном освещении. Она вас выгнала, и вы живете здесь. Вон! Премьера сериала «Шерлок в России». Эксклюзивно. На старт.